Приветствую вас на моем канале. Без выпечки, на любой праздничный стол, да еще и тает во рту. Конечно же, домашний классический тирамису, итальянский десерт без выпечки у вас дома. Это очень вкусное и простое в приготовлении блюдо. В нем сочетается нежный крем, мягкое печенье, сливочно-кофейный вкус. Хочется наслаждаться каждой ложкой. Для начала возьмем яйца. Хорошо их следует помыть. Разделить на белки и желтки. В классическом рецепте используются именно свежие яйца. Можно заменить на сливки, но вы получите уже совершенно другой вкус. Приготовление мы начнем с желтков. К ним мы добавим сахар и будем взбивать. Взбиваем с помощью миксера или можно использовать венчик. Главное превратить в светлую кремообразную массу. Она станет немного воздушнее. Вот до такого вот состояния. Выключаем миксер и будем сюда добавлять сыр маскарпоне. По желанию можно взбить его миксером, но я предпочитаю перетереть лопаткой. Так как если взбивать миксером, структура нашего сыра немного изменится. Поэтому мне нравится именно перетереть с помощью лопатки. Но это дело каждого. После того, как хорошо размешали лопаткой, хорошо перетираем венчиком. Вот такая вот, видите, упругая нежная текстура у нас получилась, но при этом достаточно воздушная. Теперь берем белки, добавляем сюда 3 столовые ложки сахара и взбиваем. Я взбиваю сначала на маленьких оборотах, постоянно увеличивая. Взбиваем до устойчивых пиков. Итак, сливки я взбила. Посмотрите, видите, они прекрасно держат форму. Теперь главное эту вот воздушность сохранить. Сбитые белки будем добавлять к взбитым желткам и маскарпоне. Перемешивать будем лопаткой до однородного крема. Размешивайте крем аккуратными движениями, снизу вверх, как бы закапывая белки, чтобы не повредить их воздушную структуру. Благодаря этому десерт будет очень легким и воздушным, ведь это главная составляющая десерта. Теперь мы займемся основой десерта, которая является печенье. Уже заранее я сварила и остудила кофе. В него по желанию можно добавить коньяк. Обмакиваем печенье в кофе. Не держите долго, иначе ваше печенье размякнет. Выкладывать печенье следует в форму с высокими бортиками. Теперь сверху будем выкладывать половину нашего крема. У него такая нежная структура, что его довольно легко и просто разровнять. По желанию, такой тирамису можно делать и с ягодной начинкой. Теперь снова будем выкладывать печенье. Теперь верхушку торта покрываем оставшимся кремом. Хорошо его разровняем и следует убрать торт в холодильник. Несмотря на то, что он без выпечки, следует оставить его в холодильнике минимум на 1 час. Лучше дать ему постоять 2-3 часа. От этого он станет еще вкуснее. После того, как ваш десерт остынет,
Его по желанию можно посыпать какао-порошком. Далее подавать тирамису, лучше всего нарезав на порционные кусочки. По вкусу можно будет украсить ягодами, либо веточками мяты. Такой десерт подойдет абсолютно на любой праздник. Ведь практически нет людей, которые бы его не любили за его легкость и кофейный аромат. Конечно, такой десерт можно готовить и без сырых яиц, заменив их на сливки. Но получится совершенно другой тирамису, но тоже при этом довольно-таки вкусный. Посмотрите, мой торт постоял где-то 3 часа. Посмотрите, какой он нежный, но при этом он хорошо держит форму. Наше печенье не размякло. Оно очень аппетитное, кофейное, безумно нежное и мягкое. Если тебе понравился рецепт, не забудь поставить лайк. Также ты можешь подписаться, чтобы не пропустить новое видео и продолжать готовить вместе со мной. У меня на канале ты найдешь и другие сладкие десерты. Желаю вам приятного аппетита! С вами была Лена. Пока-пока!